Здравствуйте, дорогие телезрители! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Если вы не успели построить планы на выходные за неделю, самое время все исправить. Давайте сделаем это вместе и прямо сейчас. В обновленном сквере Аксаковых, каждый уголок которого буквально пропитан сказками прославленного русского писателя, для жителей и гостей города каждую субботу проводят бесплатные интерактивные экскурсии «Аленький цветочек». Организаторы расскажут об одном из главных источников вдохновения Сергея Тимофеевича – красотах Самарского края. Событие обещает быть ярким и познавательным. Приходите всей семьей в сквер на пересечении Фрунзе и Красноармейской в 17:00. Современные технологии творят чудеса. Технический прогресс не стоит на месте и дает нам возможность отправиться в любое, даже самое смелое путешествие. Библиотека народов Поволжья приглашает взрослых и детей старше 6 лет на увлекательные виртуальные экскурсии в лучшие музеи мира. Водные экспозиции музеев Мексики или знаменитый музей нашей культурной столицы. Куда отправиться в это воскресенье, выбор только за вами. Ждем вас на Ленинградской 7 в 15:00. Вход свободный. Музей Эльдара Рязанова приглашает самарцев на киносеансы для всей семьи. Выходные на летней площадке комплекса покажут картины «Вам и не снилось». Лента рассказывает о самых чистых и искренних чувствах, о первой в жизни любви. «Чудак из 5-го Б», фильм о приключениях школьного непоседы и выдумщика, а также музыкальную сказку «После дождичка в четверг». По-моему, отличная подборка. Встречаемся в 17:00 на Фрунзе 120. Хотите получить все и сразу? Так тоже можно. Приходите в Струковский сад в эту субботу. С 10 утра вас будут ждать местные ремесленники, которые развернут под открытым небом ярмарку с сувенирной продукцией. В 6 вечера Самарский концертный духовой оркестр представит программу «В городском саду играет». Зажигайте под знакомые мелодии, подпевайте любимым исполнителям. Завершить этот день можно просмотром мультфильма для всей семьи. Кинопоказ начнется в 20:00. Впереди у нас еще целый месяц лета, богатый на культурные события. Отдыхайте размеренно, наслаждайтесь музыкой, кино, изобразительным искусством и неповторимыми волжскими закатами. Всего вам самого доброго, увидимся на следующей неделе.